Девчоночки, всем огромный привет! И вы попали на мой канал Мир Девчонок. И сегодня у нас с вами будет, соответственно, уборочка в хранениях. Так как в прошлых двух роликов, если вы их не видели, то обязательно посмотрите, ссылочку оставлю в описании. Мы с вами распаковывали прокладки из Беларуси, которых было безумно-безумно много. Это все была коллаборация с темой девочек. Так как мои хранения немножечко опустели, их нужно заполнять, а тем более Аня наложила просто миллион новинок, которые нужно куда-то размещать. Поэтому это видео и будет посвящено тематике уборки в хранениях. Ну а ты перед началом этого ролика не забывай подписываться на мой канал и ставить лайки, мне будет безумно приятно. И давайте мы с вами слишком долго не будем затягивать, я, пожалуй, сразу начнем. Так как у меня упаковочек безумно много, сначала их нужно все подвернуть, отметить открытые прокладочки, а потом уже будем с вами расставлять хранение. Хочу напомнить, что я еще не делала уборочку по закупке из морозной недели, поэтому какие-то прокладочки от меня тут тоже будут. Поэтому давайте сейчас мы с вами это все будем убирать. Ну что ж, наконец-то я все закончила, а теперь давайте расставлять прокладки в хранении. И начнем мы с вами с ночных. Вот именно вот эти вот Ola Silk Sense я хотела бы убрать в первое свое хранение, потому что думаю, что им тут просто будет идеальное место, да и в принципе я их хочу увидеть именно здесь. Я их уберу, пожалуй, вот сюда, ближе к Libres, потому что именно там тонкие прокладки и присутствуют. Даже их пришлось убрать. И теперь они у меня стоят самые первые, потому что они самые высокие именно из всех моих ночных прокладок. Следующий, который тоже я хотела бы именно сюда засунуть, запихнуть, это вот такие вот Emily Style, потому что они очень красивые, голубенькие. И, в принципе, я думаю, то, что в такое вот разноцветное хранение они тоже идеально впишутся. Поставлю я их тогда вот сюда вот, куда хотела Олу. Мне уже безумно сильно нравится вот именно вот этот ряд, потому что он получился достаточно забитым, и он выровнялся, то есть стал поровнее. Теперь давайте разбираться с пятикапельными прокладками, и я хочу убрать сюда обязательно вот такие вот Libres Y Protection. Они тоже вот такие вот разноцветненькие и идеально подойдут. Я думаю, что их можно засунуть куда-то рядом с вот этими. Ряд тоже получается безумно набитый. Это я еще просто достала вот эти вот Лорие. И, пожалуй, я их буду хранить без упаковки, потому что она очень большая и мешается. А эти прокладки отправятся на свое же законное место, где они, в принципе, до этого и стояли. Я думаю, что не особо что-то изменилось, но ряд стал намного плотнее и ровнее, а это не может никак не радовать. Для этого ряда нужно каких-нибудь разноцветных прокладок, поэтому я, пожалуй, сюда уберу Nice Lady Ultra, которые у меня идут голубенькие, и, наверное, впихну я их куда-то вот сюда, либо даже давайте вот так вот, чтобы они разделяли прокладочки OBB. По цветовой гамме они сюда прекрасно подходят, и я думаю, что вот как раз они и разбавят пелену прокладок. А вот в этот ряд отправятся прокладочки Ola Ultra на 4 капельки, потому что, в принципе, я думаю, что их сюда можно убрать, так как тут есть немножко места. И уберем мы, знаете, куда с вами, пожалуй, вот между вот этими двумя упаковочками, чтобы они идеально вписывались именно по высоте. Ну, и я думаю, то, что больше в этом хранении мы с вами ничего добавлять не будем, потому что посмотрите, какое оно уже получается. Вроде бы добавили несколько пачек, а посмотрите, как оно сильно выровнялось по сравнению с тем, что было до этого. Этот ряд я трогать не буду, потому что тут вообще нет места. И, в принципе, трехкапельные прокладки меня абсолютно устраивают, как они выглядят в хранении. Поэтому давайте переходить к моему второму ящику. Сюда хотелось бы убрать абсолютно все прокладки, что у меня остались, но их достаточно много, и я боюсь, то, что мы с вами не уместимся. Ну давайте же это проверять. Глаза боятся, а руки делают. Первые ночные прокладочки Darian Skay. Наверное, они тоже пойдут в самое начало, где стоят у меня памперсы, которых вы не видите. Больше ночных прокладок у меня не осталось. Теперь давайте разбираться с пятикапельными. Пятикапельных у меня не так уж на самом деле и много. Всего лишь 3, получается, пачки. Нет, даже получается 4. Поэтому давайте их тоже сейчас будем вот сюда вот впихивать. Это хранение получается безумно белым. И первые прокладочки Ovio хотелось бы втиснуть вот сюда, если они вообще поместятся. Конечно, поместятся.
тоже это утрамбовывает. Теперь давайте разбираться с вот этим хранением, так как оно, посмотрите, вместит спокойно две упаковки. Хотелось бы начать и заполнять с самого начала, где у меня стоит код Exactive на 5 плюсом капелек. Туда я уберу Bellum Medicu, тоже, которая идет на 5 капелек. Еще одни прокладочки я хотела выбрать Макроке в этот ряд, поэтому боюсь, тут будет сейчас небольшая перестановочка прокладок. Ну и по-любому в этот же ряд нужно упихнуть еще вот эти вот прокладочки Aura, так как они тоже идут на 5 капелек, так что убираем все прокладки, что нам мешают, и засовываем эти. Теперь нужно куда-то убрать вот эти вот упаковочки. Они у нас отправятся, понятное дело, вот сюда. Также сюда, в этот же ряд, отправятся вот эти вот Aura, которые тоже на 4 капельки. Хочу убрать в начало последнего ряда вот такие вот прокладочки Bonnie, так как они идут на 4 капельки. А еще туда отправятся Maggie, потому что они идут на 3 капельки, и в этот ряд они прекрасно впишутся. И те же пассатижи. Надо еще убрать вот эти вот прокладки. И что ж, я запихнула абсолютно все, что смогла, остальное не запихнется никуда. Потому что вот эти вот два вообще ряда получились невероятно забиты, и мне вообще страшно их трогать. И я не знаю, как я буду снимать дальше вам ролики именно с вот этим хранением, потому что тут ряды просто забиты абсолютно полностью. У меня осталось 3 упаковочки, и думаю, что их я уберу пока что на время, пока у меня не освободится место в хранениях, так что они у меня отправятся в мой третий ящик и полежат пока что там. Думают, что ничего страшного. Что ж, девчоночки, вот такая вот уборочка у нас с вами получилась. Очень надеюсь на то, что она вам понравилась, и вы не забудете подписаться на мой канал и поставить лайк. Мне будет безумно приятно. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте заглядывать в описание, так как там я оставляю все самые интересные ссылочки. Встретимся мы с вами уже ровно через одну неделю, и всем до новых встреч, девчоночки. Пока-пока!